Тимировчане все же пробились в финальную часть турнира за Кубок России по хоккею с мячом. Все решалось в последнем матче Кузбасса с армейцами Хабаровска. Нашим можно было сыграть ничью при лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Но они настроились на победу и вырвали ее 4-2. Тон в этой игре задавали молодые хоккеисты. Они забили 3 мяча. Отличились Илья Ермолаев, Руслан Тримаскин и Роман Козулин. Внес свой вклад и опытный Вадим Стасенко. В нашей второй подгруппе победили казанские «Динамовцы». На втором месте «Сибсельмаш» и на третьем «Байкал Энергия». Кузбасс четвертый, и в 1/4 финала его соперником станет «Красноярский Енисей». Игры эти пройдут в Новосибирске с 1 ноября.